Всем привет! Сегодня мы будем рассматривать талантик воодушевления. Для чего он, для кого подходит, где его использовать. Талантик очень хорош, он хорош для тех героев, у которых есть автопрок. То есть это те герои, у которых ихний талант, точнее умение, талант, скилл самого героя будет срабатывать без воздействия там с героем, созданием, то есть без воздействия, то есть он будет автоматически включаться. Кому этот талантик подходит, я сейчас вам расскажу, что он дает. Он дает набор энергии на 8-8, он дает набор энергии 33 единицы в секунду, то есть ваш герой фактически за 4 секунды будет с полностью заряженная энергия, то есть на четвертую секунду у него его талант, если он автопрокер, сработает. Талантик очень крутой, в основном его использовать будут на локациях, там где нужно фармить, то есть там PvE-шные, не PvP локации, потому что в PvP локациях все-таки намного круче другие таланты, а именно локации, где вы будете там фармить подземки, в подземках будет хорош, на волнах, на пришествиях, на турнире героев, на угольной армии. Талантик будет себя очень круто показывать, так как там к вашим героям бегут вражеские, пока они добегают, ваши герои уже пару раз их может там наложить дебаф, атаковать, то есть вариантов очень много. Давайте сейчас рассмотрим, каким героя можно его ставить в первую очередь. Я буду так по порядку закидывать и рассказывать. Есть вариант поставить варлоку, если он у вас будет 12-12, у него поднимутся статы, он будет бить очень круто, так как у него 4 цели, он бьет только по героям. Есть такой вариант, но это не самый топовый вариант для него будет, и его не в первую очередь надо будет ставить, но этому герою тоже этот талантик подойдет. Так, следующий у нас герой — хранитель. У хранителя тоже автоматически включается его скилл, который дает скорость атаки, атаку также дает самому хранителю отражение, очень круто будет для него. Я его тоже в дальнейшем прокачаю. Вместо, у меня здесь есть вот ракушка лезвия, я все-таки поставлю воодушевление, прокачаю его и покажу вам, как он будет себя показывать. Так, я так буду оставлять. Анубиса. Анубиса у меня уже прокачанный, вы уже на него обзорчик видели. Для него это топовый талантик тоже. Так. Можно там для Рино поставить, у него тоже автопрок есть, он включается. Ну, это просто зря переведете ресурсы. Ворожей тоже, для него это вообще самый лучший талантик на защиту, там на эти локации он дает прибавку к силе атаки, дает прибавку, точнее отхиливает, снимает дебафы, замедляет, ну просто топовый для него талантик. Для Афины этот талантик тоже зайдет, так как она раздает энергию и будет включаться. Тоже очень круто, она будет сразу же заряжать ваших героев. Для Бигфута тоже подойдет, он это герой с автопроком. Для Черепа видел, ставят, ну как бы тоже смысла не вижу это делать, с него все равно можно снять его талантик. Так, кто у нас еще? Ну, в принципе, с таких героев все. Вот это самые топовые, кому этот талантик очень хорошо зайдет и поможет вам в дальнейших прохождениях определенных локаций и развитию вашего аккаунта. Так. В принципе, все. Что еще? Есть этот талантик у меня рунами, даже я его специально забрал.
Он у меня, по-моему, на каком-то некросе стоит. Да, вот он стоит. На 5 уровне он генерирует 15 энергии в секунду. Это можно поставить варлоку собрать. У него кулдаун 7 секунд, как раз за 7 секунд он зарядится. В принципе, да, это нормально будет. Но, честно говоря, рунами нету смысла никакого собирать, потому что это, во-первых, 7 секунд. За 7 секунд вашего героя уже давным-давно сольют, либо понизит ему энергию, которую он набрал. Во-вторых, вы не сможете поставить рунами оживу, либо психощит, который принесет больше пользы, чем этот талант. Поэтому лучше всего прокачивать именно талантом. Рунами этот талантик не зайдет. Вашего героя просто сольют. Единственный вариант, это можно ставить еще тем героям, у которых есть встроенная ожива. Тогда да, такой вариант можно рассматривать, и то с таким медленным набором энергии особой пользы вы не увидите. Сейчас давайте сделаем так. Поставим на время. Другого некроса сюда. Я покажу вам, как он набирается на героях, у которых ускоренный набор. Вот смотрите, плюс 15, он не бьет сразу же, как он, допустим, бьет вот здание, он каждый там второй удар он бьет. Он просто там со временем наносит. То есть набирается 7 секунд, только тогда идет набор. А теперь смотрите на, давайте сначала с Анубиса. Вот Анубис уже раз ударил. Вертолетики ему особо там ничего, второй раз ударил. Он без проблем полностью снял вертолетиков всех. То есть именно талантиком хватает 33%, чтобы против стрелка свободно бежать, и он там особо не забирал у вас энергию. То же самое ворожей. Раз, два, три, и он уже включился. Вот, поэтому, если вы все-таки решились прокачать этих героев, которых я вам показал, качайте именно их. Другие герои не особо будут смотреться, потому что многие говорят, вот там некрос будет с воодушевлением топчик, там либо тыква. Этим героям не надо эти таланты. Этот талант нужен определенным героям для вот именно таких вот локаций. А во всем остальном надо искать универсальные таланты, обзоры на какие вы уже в принципе видели и видели, что эти герои могут. Все, всем спасибо за просмотры, за лайки. Подписывайтесь, всем пока.